Привет, короткое видео. Приехал в обед, в будний день, вот сегодня четверг, в район Сельпо, автовокзал Эльдорадо. Просто все в хлам в автомобилях. Вся парковка напротив Эльдорадо, вся парковка полностью напротив автовокзала. Вся парковка туда, в сторону Сельпо. Вот там вообще парковаться запрещено. Знак кирпич. Там такой вот знак, который позволяет заезжать туда тем, кто обслуживает это здание, но запрещает заезжать просто, чтобы припарковаться и сесть в электричку. Но тем не менее, люди туда заезжают. И по словам водителей рейсовых автобусов, очень часто они, заезжая сюда, просто элементарно не могут развернуться. Нет места для маневра, вынуждены здесь корячиться, мучиться, чтобы просто нормально, удобно запарковать свой автобус. Здесь под ЖД вокзалом тоже все полностью в автомобилях, все проезды, все подходы, парковка тоже вся в автомобилях. И здесь сделано, в общем-то, правильно. Стоит знак с временным ограничением 60 минут. И поэтому у полиции есть все основания спустя 60 минут стоянки здесь просто прийти и оштрафовать каждый из этих автомобилей. Поэтому вот люди, приехавшие сюда в середине дня, вынуждены ставить автомобили вот здесь, это неудобно. Это даже нарушает правила ПДД, вот как у того автомобиля, или там, который вплотную к повороту становится. Да, люди вынуждены это делать, потому что все остальное полностью занято. Но с этими парковками в районе рынка, в районе автовокзала, не все так однозначно. С одной стороны, конечно, пользуются и должны пользоваться этими парковками возле электрички в основном работники станции. Ну, потому что они являются тем основным сегментом населения, которые этой электричкой пользуются каждый день. И, конечно, им нужны условия для паркования своих автомобилей. С другой стороны, это никак не должно ущемлять комфорт тех людей, которые в течение рабочего дня хотят приехать на рынок, в Сельпо, к автовокзалу и найти место припарковать свой автомобиль. Поэтому нам, наверное, надо поймать какой-то компромисс, чтобы в среднем были довольны и первые, и вторые. Я вижу это примерно так, что эту основную парковку в районе автовокзала полностью отдают работникам ЧС. Они могут запарковаться здесь на целый день, и все в городе знают, что парковка эта практически всегда будет занята в середине дня. Но при этом парковка напротив недостроенной гостиницы должна быть свободна от автомобилей работников ЧС на целый день. Там и так стоит временное ограничение 60 минут, то есть уже правила дорожного движения об этом говорят. Место напротив автовокзала, именно территория автовокзала, где подъезжают рейсовые автобусы, естественно, должна быть свободна на целый день от припаркованных автомобилей. Там уже стоит знак, который запрещает это делать. Но, естественно, достичь такого компромисса можно только, если полиция будет, по крайней мере, первое время очень усердно работать. Полиция и общественность. Я точно знаю, что без штрафов по своей личной инициативе никто не ограничит себя в удовольствии парковаться там, где он хочет. К сожалению. Все, пока.